Мы обсудили итоги сезона 2019 года, выступление команды на чемпионате мира. Значит, надо сказать, что сборная команда выступила в этом году очень успешно. Мы входим в 2020 год, предолимпийский сезон, ну, с хорошим настроением. Мы завоевали, если говорить про олимпийские награды, это 3 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые. Это очень хороший результат. Вот, поэтому нас радует выступление сборных команд в эстафетах. Сейчас все спортсмены находятся на индивидуальной подготовке. В декабре месяце собираются и уже с января месяца полномерно готовятся к Олимпийским играм. Поэтому уже мы определили место проведения заключительного этапа подготовки. Это будет Владивосток, потом отъезд в Японию. Поэтому надо сказать, что у нас очень такая перспективная, молодая команда, уже имеющая хорошие результаты на высоком уровне. Поэтому надеюсь, что ребята всех хорошо подготовятся, обойдутся без травм. Ну, могу сказать, что сейчас подписаны практически с тренерами личными индивидуальные планы подготовки, которые предусматривают ее развитие в олимпийском сезоне. Для нас он начался практически сразу после чемпионата мира. Вот, поэтому спортсмены сейчас готовятся именно по этому плану. Отбор у нас будет в апреле. Вот, отборочные нормативы мы берем по квалификации ФИНА, то есть это норматив А по предложенному ФИНУ критериям. Это очень высокие результаты. Я думаю, что у нас будет хорошая команда. Наши спортсмены в этом году действительно выступили замечательно. И выступая на юношеском первенстве Европы, на юношеском чемпионате мира взрослом, еще Европейский юношеский фестиваль и так далее, выступили хорошо, универсиада прошла успешно, поэтому думаю, что тот резерв, который мы готовили, он сейчас показывает себя в наилучшем виде. Поэтому уверен, на чемпионате будет Россия, будет на отборочном, будет конкуренция очень высокая, а это значит, что команда будет боеспособной.